Для горячих бутербродов понадобится пшеничный хлеб, 4 дольки чеснока, немного сливочного масла, сыр, майонез, помидор и укроп. Обжарим хлеб на сливочном масле и измельчим сыр на терке. Использовали раньше и колбасный сыр, он был несколько другого качества, такой подкопченый. Чесночок мы часть добавляем в сырную массу, а часть оставим для того, чтобы натирать наши бутерброды. Добавляем в массу майонез, мелко нарезанный укроп и подготовим хлеб. Можно добавить колбаску, можно после того, как они запеклись, добавить шпроты. Выкладываем сырную массу на хлеб. Нарезаем помидор ломтиками и выкладываем сверху. Мы оставили немного сыра для украшения. Посыпаем им бутерброды и запекаем при температуре 200 градусов 5 минут. Рецепт горячих бутербродов. Обжарьте хлеб на сливочном масле, затем натрите долькой чеснока. Измельчите на терке сыр и оставшийся чеснок. Смешайте сыр, измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп и майонез. Выложите на хлеб сырную массу, затем дольки помидора. Сверху посыпьте оставшимся сыром. Запекайте 5 минут при температуре 200 градусов. Готовим по проверенным рецептам вместе с опытными кулинарами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски программы.